Привет, вы на канале Little N. И сегодня мы будем делать пиццу. Мама уже замесила тесто. Ну что ж, будем начинать. У меня тут есть маслина, колбаса, сыр, майонез и кетчуп. В первую очередь мы будем кетчуп. Посмотрите, спустя некоторое время, как у нас получилась такая огромная пицца, вкусная, зажаристая. Но наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!